Тематика круглого стола всем объявлена. Мы немножко думали, как ее сформулировать. И в конечном итоге, в результате совещания, в результате работы, пришли к выводу, что хотели в рамках этой проблемы обсуждать в рамках 131-го постановления закона федерального. Но пришли к выводу, что все-таки лучше взять более шире и конкретнее все-таки закон в свете Земельного кодекса Российской Федерации. Все-таки он является основополагающим. Тут в Земельном кодексе учтена не только политическая составляющая, там, национально-территориальная составляющая, но и экономическое содержание. И предлагаю этот круглый стол как раз таки делать упор на экономическую составляющую этого вопроса. Почему? Потому что прежде всего экономическое ущемление районов, на которых расположены в том числе и земли огромного животноводства, создают все препятствия для эффективного землепользования коренным местным населением. Вот такая приблизительная формулировка. Поэтому мы вот так, проблемы землепользования в свете требований Земельного кодекса Российской Федерации. Вот так, значит, совместно пришли к такому выводу. Второй момент, тематику определили мы не очень широкую, но все же она, я думаю, отражает основные узловые моменты проблемы. Вот я вам... Ну, про актуальность, я думаю, наверное, говорить не надо сегодняшнего этого круглого стола. Но вот, говоря о предыстории ситуации, можем отметить так. Значит, реалии социально-экономического сложившегося на сегодня положения в РД, особенно сложная ситуация, она сложилась в землепользовании в нашей аграрной республике. И это связано прежде всего с бездумным игнорированием федерального законодательства, с утверждением региональных законов, постановлений, разного рода решений, противоречащих букве и духу федерального законодательства. В рамках сегодняшнего круглого стола мы наметили к обсуждению вот следующий круг вопросов. Значит, первый момент, тематика такая. Нарушение в сфере землепользования на землях отгонного животноводства. Второй вопрос. Проблемы землепользования в свете федерального закона 131 об организации местного самоуправления, об общих принципах организации. Да. Затем местные бюджеты и ограниченность их доходной базы. Следующий момент. Переселенческая политика властей Республики Дагестан и проблемы землепользования. Следующий момент. Экспансия городов на земли сельских муниципальных образований. И шестой у нас... Получается по счету инвестиционная политика и проблемы землепользования. Ну, тут речь идет о том, что говорится об экстенсивном развитии, опять-таки, той же инвестиционной политики, когда инвестиционная политика ориентирована на через, значит, земельный вопрос, опять-таки, через землепользование, ориентирована на землепользование, не на высокие технологии там, не на структурные преобразования в экономике, а чисто через составляющую это строительство эконом-жилья, различных предприятий с использованием, опять-таки, равнинных территорий и так далее. Никто не ведет речь о том, что нужно развивать, вот скажем, инвестиции в горных территориях, восстанавливать те же широкомасштабно тоже переработку плодов, овощей и так далее. Ну вот эти моменты, вот такая тут тематика, я думаю, можно было бы затрагиваемыми проблемами не ограничиваться. Мы все понимаем, что вопросов по данной теме намного больше, но представляется, что вынесенная к обсуждению тематика емко отражает основные узловые точки обсуждаемой проблемы. Проблемы эффективного землепользования с учетом интересов всех задействованных сторон и с необходимой приоритетной ориентацией на основной закон в сфере землепользования в нашей стране. На земельный кодекс Российской Федерации. Ну, предлагаю начать дискуссию по условно первому вопросу тематики круглого стола. Значит, нарушения в сфере землепользования на землях отгонного животноводства. Ну, мы все знаем, мы сами участники этого процесса, в смысле общественность неоднократно поднимала проблемы неэффективного с нарушением федерального законодательства и даже самих прописанных республикой законов хозяйствования на этих землях.
говорил о необходимости возвращения земель в границы муниципальных образований этих земель, как через средства массовой информации, так и через собрания, всенародные форумы и так далее, и тому подобное. Представители сельских муниципальных образований, на землях которых вольготно расположились незаконные строения отгонников. Ну, принимались резолюции на этих форумах, которые направлялись в адрес как региональным, так и федеральным властям. Но ВОЗ и ныне там. Мало того, республиканские власти незаконно стремятся узаконить около 199-200, сколько там это получается, населенных пунктов, горных районах, на землях отгонного животноводства. Равнины. Все это чревато накалом не только социально-экономической ситуации, но и возможным возникновением межнациональных конфликтов, имевших, как мы помним, место в начале 90-х годов. Кто-то усиленно стремится нагнетать межнациональное противоречие не только в верхах, но и опустить эти проблемы на нижние уровни жизнедеятельности. Это серьезная угроза межнациональному миру в Республике Дагестан в условиях существующей в регионе значительной безработицы, экстремистских настроений среди молодежи, продолжающейся дифференциации социально-экономического положения среди населения, доходной дифференциации. Ну, теперь вернемся непосредственно нашим баранам. Вот тематики, да, вернее, они уже не наши, не совсем наши. Поэтому по первому вопросу давайте начнем, наверное, обсуждение. У кого какие, кто первым желает выступить. Пожалуйста. Первым делом этот закон принимало правительство Республики Дагестан. Это субъект Российской Федерации. И за его соблюдение полностью ответственность перед всем обществом Дагестана несет правительство Республики Дагестан. В этом законе четко прописано, что ни одно капитальное строительство не должно быть, кроме хозяйствующих объектов. Но сегодня мы все знаем, что именно правительство финансирует газификацию, строительство детских садиков, строительство школ на данных территориях. Почему они не несут ответственность за соблюдение закона, и мы не можем призвать его к ответу за то, что он допустил на землях народов? Также, скажем, Кумыкские равнины, Ногайские равнины, того. Правительство взяло на себя обязательство защищать, и что эти земли будут работать во благо экономики Республики Дагестан. Сегодня мы видим, что ни рубля в экономике Республики Дагестан с этих земель нету, но на этих землях есть межнациональные конфликты, которые будоражат не народы, а личности, которые сидят во власти, в том же правительстве Республики Дагестан. Это первый вопрос непосредственно председателю правительства. Второй вопрос. По какому закону собственником земли стало правительство Республики Дагестан? Где в федеральном законе четко сказано, собственниками земли является муниципальное образование сельских поселений. Даже район не может быть собственником земли, муниципальное образование. Ни субъект Российской Федерации, и тем более правительство Российской Федерации. При формировании субъекта права собственника есть процедура прохождения. То есть это согласие местного населения на передачу этих земель, там статус какой будет, особо охраняемый или какой там, или второй, третий. То есть здесь автоматически встает вопрос, почему правительство не отвечает перед народом за допущенные нарушения согласно закону? И что этот закон абсолютно не работает и надо привести в соответствие с федеральными законами, то есть передать муниципалитетам. Как того требует федеральный закон. Але вот инцидент один я вам скажу, может многие знаете, не знаете. Буйнакский район, сегодня город Махачкала подала на Буйнакский район суд, претензии у них на 500 гектаров земли в районе Талги. Буйнакский район единственный сегодня в Республике Дагестан, который, несмотря ни на одну форму собственности земель, будь это федеральный, будь это региональный, они зарегистрировали право собственности за муниципальным образованием Буйнакский район. Раз у одного на суде, кстати, когда задали вопрос правительству Республики Дагестан, на каком основании вы утверждаете, что эти земли ваши, они не смогли аргументировать, по какому закону или по какому праву он стал собственником земель 1,5 миллиона гектаров. Потому что процедура передачи этих земель правительству не соблюдена и до сих пор.
Поэтому, я думаю, здесь первым делом правительство само должно ответить перед народом за допущенные правонарушения там. Он должен был контролировать, чтобы переселения не было, чтобы все шло согласно закону. Я думаю, что правительство надо призвать к ответу и всех виновных в том же правительстве. Надо отстранить от занимаемых должностей, потому что они привыкли базарить вот так. Кто изучал? Кто-нибудь изучал? Кто изучал? Вот его на ответы на вопросы эти есть? Я вам... Есть, конечно. Вот Далифан сказал, да. А мало того, что сам база принятия закона в 96-м году о земных объемах особого статуса и полземель, она отсутствует, правовая основа. Как бы то ни было, но вопрос собственности на землю, он через все общественно-экономические формации прошел, да? Что в Российской империи он был определенным образом регламентирован, закреплен, что после там, революции, колхозы и так далее. Так или иначе, в той или иной степени собственность, общинная собственность, да, где-то больше общинная, где-то меньше частная, где-то наоборот, она всегда учитывалась, и логика формирование этого права, она всегда была, соблюдалась, да, так скажем. Вот что касается этих отгонных земель, помимо того, что сам закон неправомочный, так, да, если можно так сказать. Нелегитимный. Все остальные действия с опорой на этот закон, они тоже нелегитимны. Вот Лариван спрашивает, почему туда в федеральные, эти республиканские бюджетные средства вкладываются? Есть управление образования на отгонных пастбищах. Это откуда? Создали целый там штат, люди, да, директора, да. Сидят, занимаются отгонниками. Есть структуры, которые занимаются здравоохранением на отгонных пастбищах. То есть все создано на плавучем, как вот на Астраханском заливе. Есть эти камышовые островки плавучие. Как будто у нас совхозы, колхозы, миллионеры. Как будто бы, да, как будто это... Да. Да, все это существует. Мало того, к этому закону еще кучу всяких мелких поправочек приняли, которые позволяют там возле многолетних насаждений что-то такое сделать. Да? Возле сада можно построить магазин, чтобы тут же продавать продукцию якобы фермер там, и так далее, и так далее. То есть, когда, если мы будем, или кто-то вообще будет пытаться поднять юридическую сторону этого вопроса, нас, как говорит Владимир Владимирович Путин, пыль заставит глотать, бегая по инстанциям. Чтобы, потому что что мы имеем? Абсолютно некомпетентную коррумпированную прокуратуру, которая чем угодно занимается, только не, они получили свои не надзором за соблюдением закона. Абсолютно прогнившие и коррумпированные правоохранительные структуры. И суд. Милиция там и так далее. Если полковник милиции, начальник управления, который занимается общественной безопасностью, говорит, мы карательный орган, кандидат юридических наук. Да, что говорит уже о том, как они будут относиться к каким-то там вещам, которые не хочется делать. Мы карательный орган. Я говорю, правоохранительный может быть. А почитай там своих документов. Нет, говорит, мы карательный орган. И абсолютно коррумпированные, бесхребетные, запуганные суды. Да? Какая перспектива тратить усилия, энергию, интеллектуальный потенциал и все остальное на то, чтобы запускать нас самих себя по этому кругу? Я не говорю, что этого делать не надо. Это одна сторона как бы, стратегии, да? Одна часть. Второй момент. Привлечение к ответственности. Поскольку мы уже констатируем, да, что юридические права не можем. Они могут нас оскорблять, бить, убить даже могут, но ничего им за это не будет. Какие меры ответственности и какие механизмы привлечения к ответственности мы можем мобилизовать сами? Хотя бы в отношении собственной компрадорской элиты и коллаборационистов. Что мы можем противопоставить вот этому кругу, бесконечному кругу, когда самые невыгодные, непопулярные и катастрофические для кумыкского народа решения легитимизируют через якобы каких-то представительство
там, в чиновничьем аппарате, в депутатских корпусах и прочее. Вот речь идет, если о узаконивании вот этих вот поселений, да? Ведь процедура, механизм, он же есть. И не, вот никто из здесь сидящих, кроме Нуруддина, может быть, как муниципального, да, там, работника, мы в этом просто не будем принимать участие. Есть депутаты районные, того района, сого района, главы договорились, депутатов подготовили, провели там сессии формально, даже проводить не будут. Приняли решение, протоколы заполнили, все. А вы болтаете. А вы болтаете, ходите в суды, стойте на жаре перед этим Белавинцевым или кем там, хоть пока мозги у вас не вытекут. И все. Что мы можем этому противопоставить? Мы можем собрать 6 тысяч, как нагайцы? Не можем. Это я вам... К сожалению. Это я вам авторитетно говорю. Ошибаетесь. Почему не можем? Ошибаетесь. Больше не можем. Мы можем привлечь к ответственности депутата Кумыка, который от Кумыкского района, там, где преобладающее население кумыкских избирателей, избран народное собрание, за то, что он или не проголосовал, или не пришел на сессию, или как-то по-другому устранился от этого процесса. Толпой можно. Можем? Вот я здесь сидящих спрашиваю, я не говорю о тех людях, которые там на улице. Не можем. У нас нет для этого механизмов и для нас рычагов. Не обязательно. В общем, я резюмирую, да, к чему я это все говорю, опять-таки, к тому предложению, о котором я, с чего я начинал. Да. Огромная масса нарушений законов и так далее. Алпыч это тоже прекрасно знает, абсолютно вообще собаку сел, можно сказать, на этих вещах. Мало того, вот это вот узаконивание, придание статуса поселений, вообще беспредел. Это беспредел, и это прямая угроза национальной безопасности России. А цивилизация? Есть стратегия национальной безопасности, принятая указом президента в 2015 году, в которой черным по белому сказано предотвратить сокращение пахотных земель, земельных назначений и так далее. Надо спросить Ганакаева, Адельхана. Заместителя Министерства хозяйства, который подписывает протокол о передаче земель. Ты что, против безопасности России, что ли? Ты что, на кого ты работаешь? Почему изымаете? Да, вот я прошу, если это в прессе будет опубликовано, наших круглый стол и так далее. Я хочу, чтобы пусть от моего имени вот такой вопрос в отношении чиновников наших прозвучал. Вы на кого работаете? Подрываете национальную безопасность. На Трампа работаете. Получается. Мы все умеем по ситуации говорить и возмущаться, но, к сожалению, нет системы. Нам никак не удается выстроить юридически выверенную правовую позицию последовательную, которую мы могли бы отстаивать на всех уровнях, начиная от местного, да, там того же Баба Юрта там, и даже на сельском уровне, да, и кончая конституционным судом, куда мы настраиваемся, потому что если мы даже вдруг вот сегодняшним багажом, с которым у нас есть, прорвемся в этот конституционный суд, нас там порвут как тузик тряпку, потому что мы не, у нас нет ни опыта, ни прецедентов нет, мы не знаем вообще, во что это обернется и как судебная система будет это переваривать и как она, какие аргументы она выкатит. Это наша главная задача. Поэтому давайте определим в конце концов, можем мы создать юридический орган, который будет заниматься этим. Если нет своих, может быть, надо нанять евреев, адвокатов, которые будут этим заниматься. Если надо деньги, нанять, деньги нужны. Давайте узнаем, у кого они есть, и пойдем и отнимем у него эти деньги. И попросим его их отдать. Вежливо. Вежливо. Деньги на это можно найти. Вежливо можно. Деньги. У нас нету концепции разработанной, четкой концепции, которую мы вышли бы с федеральному центру. И чтобы эта концепция понравилась федеральному центру, а понравилась вот по таким вопросам. Вот этот вопрос, проблема огромного животноводства, это большая ширма. Большая ширма для ряда правонарушений федерального законодательства. Это и коррупция,
это и расточительство, и это эскалация там населенных пунктов, поселений, наземных сельхозназначения. Это большие затраты к обложению, по газификации, по строительству дорог, других объектов инфраструктуры в этих поселениях для этих жителей, так называемых. Вот поэтому надо аспектировать нашу концепцию в таком плане, что нарушается вот бюджетный кодекс Российской Федерации. Это 1,5 миллиона гектаров, это большой бюджетный капитал, это база налогообложения для республики. Когда республика живет на дотации и просит протянутой рукой перед это федеральным центром, и в то же время вот скрывает это все дело перед федеральным центром, хотя они могут и знают многое в этом вопросе. Они знают. Вот, знают, но почему-то не шевелится. Но преподнести надо должным образом, грамотным образом. Через какой-то статус, не знаю, вот мы провели и конференции, и съезды. Вот надо было выработать и утвердить концепцию. Четкой концепции, как называется, у нас нету. Нету. Вот мы говорили, везде идет правонарушение. А вот как дальше пойти? Вот как, вот, скажем, регулировать вот это отношение, вот правонарушение, вот ликвидировать это правонарушение, и как дальше пойти? Как использовать эти земли? Где концепция? Нету. У нас должна быть такая концепция. Нарушается, как я уже сказал, бюджетный кодекс, налоговый кодекс, другие значит, законодательные акты Российской Федерации. И надо выходить в то же время еще вот, к правоохранительным органам Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, по части эскалации там, жилья вот на этих землях. Вот строят дом здесь, я могу пример, несколько вот таких примеров показать наглядно. Через 200-300 метров другой дом, через вот такой же расстояние другой, в дальнейшем, через лет 10-15, пойдет уплотнение этого поселения. А так, один убегает от другого и строит дома на землях отгонного животноводства. И государство, как вы уже сказали, как он сказал, значит, проводит им электричество, газификацию, бурит артезианскую скважину. А кто это все делает? Вот. Это делают поставщики электроэнергии, газа. Вот. Местные. Им выгодно. Местные, да. Им выгодно поставить счетчик, да, да, за деньги тебе, да, да, а потом приходить за оплатой. Если не даст добро, он не потянет. Да, потянет он на карамане нам. За федеральные дало не добро. Тянут, нет, там, не тянут там люди. Есть? Там не так. Как нет, нет, ну, за поселением. За поселением, да. За поселением, не за границами района. А, ну, не ну, за... Нет. Муниципиальный район Бабайковский. 47 тысяч гектаров. Все. Да. Правильно. А административная территория 365 тысяч гектаров. Вот правда. Значит... Об этом не, я вот закончу мысль. Вот, есть земля отгонного животноводства, Альпийский Урал, на горной зоне, 365 тысяч гектаров. Так, там вот такое разграничение есть, вот Гунипский район имеет муниципальный Гунипский район, за пределами этой границы земля отгонного животноводства, которым распоряжается правительство. Там так поставлен вопрос? Ну, а многие отказались от летних пастбищ, вот в чем проблема. А закон есть такой, да, институция у нас в России? Нет. Вот эти вопросы. Есть, нам... есть. Закон четко сказано. Нет, есть, что выкупать интересно. Надо, написано. Да. Закон четко сказано. Пример годных, когда произойдет, если в интересах Российской Федерации или субъекта Российской Федерации изымается земля у какого-либо, да, общества, то государство обязано компенсировать равноценные земли или выплатить или кадастровую будет стоимость этой земли. Вот федеральный... Но здесь одно есть, а именно это. Да. Но если это село Дарада-Мурада, в горах никого не осталось. Если это село переведут сюда, то там муниципалитета не будет уже. То есть там упразднить все районы. Потому что оно уже не соответствует ни количеством населения и ни количеством, то есть, полномочий, которые сегодня имеют они. Да. Готовы ли они распустить свои муниципальные образования районов? Тот же Гергебельский возьмем, тот же Андийский возьмем, другие районы. Там почти из 50-60% районов нужно будет упразднить, горных районов. Укрупнить. Готовы ли они? Но они на это тоже не пойдут, чтобы сохранить бюджет, чтобы сохранить деньги, сохранить штаты судей, прокуроров, полицейских и всех этих. Они этого не сделают. Вот поэтому здесь вопрос стоит, передать их местным муниципалитетам или оставить так. Но если в таком, то нужно обратно привести в соответствие с законом о земле. Я, к примеру, район
Титипский, да, возьмем. Я обращаюсь к Кунтар-Калинскому району, что мне нужно какое-то количество земли, 30 гектаров или 40 гектаров, для создания поселения. Передайте мне в аренду эту землю. То есть он пускай получит его в аренду и будет пользоваться. Но ограничит 30 гектарами или 20 гектарами. Но он сохраняет свой муниципалитет, и он интерес своего общества учитывает. Бабаютовском, да, или же возьмем Кунтар-Калинском. Это все прописано в законе о земле, это прописано во всех законах. Только здесь у нас не соблюдает его. Вот в чем причина. Половина Москвы живет на дачах. Хочу такой момент. Дачи сделайте. Вот то, что сказал, значит, уважаемый Залимхан, тут такой момент. Вот когда писали, мы много писали, резолюции принимали. Вот три позиции. Напрашивается со всей очевидностью следующие выводы. Это то, что касается проблем землепользования в свете земельного кодекса. Первое. Необходимо восстановить правовые отношения на землях отгульного животноводства согласно федеральному законодательству и вернуть эти земли местным муниципалитетам в статусе земель сельскохозяйственного назначения. Это мы каждый раз подчеркиваем. Второй момент. Провести инвентаризацию этих земель, основываясь на федеральном законодательстве, в частности, на Земельном кодексе Российской Федерации, на основе статьи 76, возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями, то, что вот только что было сказано, и статьи 8 Земельного кодекса РФ, фонд перераспределения земель. И третья позиция, основная, учитывая, что на землях отгонного животноводства уже есть де-факто население горных районов, капитальные жилые строения и другая инфраструктура, нужно перевести их в статус земель сельскохозяйственного назначения, хотя, в принципе, эти не убрать этот статус земель отгонного животноводства с них, и придать им виды разрешенного использования. Это все термины, взятые из земельного кодекса. И придать им виды разрешенного использования на ведение личного подсобного хозяйства крестьянскими фермерскими хозяйствами на условиях аренды для сельхозпроизводства у администрации равнинных районов на равных правах с местными жителями. Равные права что имеется в виду? Если вы, как знаете, существует практика, что они ни налогов, ничего не платят, там льготные все эти дела. Если им поставить равные условия, они еще подумают, заниматься там сельским хозяйством или нет. Конечно, это нехорошо для экономического развития, все понятно, что... Поэтому в равных условиях, если всем создать и местным, и тем, я думаю, тут вопросы все отпадут. Но самое главное, что надо делать, вот правильно здесь, мы теряем горные территории, у них очень большие проблемы возникнут, если они узаконят эти поселения. Поэтому они хотят, как хотят они сделать, они хотят узаконить и присоединить к горным районам. Это уже аннексия территории местных муниципалитетов. Это вообще противоречит всем законам. Никаких национальных моментов тут нету. Мы все это отбросим. Это аннексия территории одного территориального образования муниципального у другого. В частности, вот здесь по этому вопросу говорится так. Вот я специально этот момент выделил. Вот. Значит, статья 17, в общем, этим принципом перейдем, ничего страшного здесь. Не допускается, пункт 1.2, не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью там и так далее, изменение границ территории муниципального образования. Часть 1, 2 введена федеральным законом от 27.05.2014 года. Это вот сейчас. Значит, следующий момент. Третий пункт статьи. Подождите, полномочия. Я извиняюсь, я хотел уточнить. Да. Вот эта норма, которая свежая появилась, да, она фактически не дает возможностей решения по анклавному типу. То есть подчинение. Естественно. Да. Про это речь идет. Вот они, то есть то, что они хотят получается, сделать. Эти заявления их либо некорректные, либо они глупые, либо что? Глупые и наглые. Самое главное их качество — это наглость и беспредельность. Потому что беспредел вообще по отношению к федеральному закону, я не знаю, куда смотрит центр, это вообще... Я вам сейчас скажу, куда он смотрит центр, да, к вопросу, который Нурутдин поднял. Вот за бытность в Москве, там, участие в федеральных там, общественных организациях, Госдума и прочее, там я чуть-чуть увидел, да, имел возможность наблюдать за тем,
как структуры, которые определяют и реализуют внутреннюю политику, да, как, какие качества работников, во-первых, да, там, специалистов, персонально. Ну, это понятно, да. А, и ну, вызовы, сигналы, на которые они реагируют, как они реагируют, и вообще методы их работы. Определенное такое можно анализ сделать и вывести какие-то определенные закономерности. Приоритетом для них, прежде вот мы же думаем, надо, куда они смотрят. Если мы думаем, что они, главной заботой у них является соблюдение интересов, соблюдение закона, мы глубоко заблуждаемся. Единственная их забота и приоритет – это сохранение управляемости. Это как плохой армии, да? Есть лейтенант, есть командир. Или в зоне, смотрящий по хамзону, да. Такой им нужен. Есть хозяин в зоне, да. А есть и вор, который там сидит. Это. Там, где коррупция, там, где беззаконие, они в первую очередь смотрят на управляемость. Почему у них такая реакция на общественные протесты там и прочее? Почему они футболят? Первый футбол, они смотрят на реакцию. То есть это тест местной власти на умение разруливать, регулировать и прочее. Они это все фиксируют. У них есть специальные методички, шкалы, по которым они оценивают эффективность деятельности и так далее. Они смотрят, ага, вот мы отфутболили, но проблема не снялась. Она эскалацию получила, какая-то там идет развитие. Они ставят минус этому типу, который должен за это. И используют этот минус не для того, чтобы облегчить там людям. Они используют этот минус для того, чтобы поднять цену конкуренту, претенденту, тому, который его там подсиживает, и поставить для него жесткие условия. Народ, возмущаясь, требуя или там ударно трудясь, мы так думаем, что мы о себе забыли, но, наверное, и заботимся тоже, что-то добиваемся. Но результат кушают они. В любом случае. Ну это понятно, это любая система так работает. Я к чему это говорю? Я это говорю для того, чтобы мы, формулируя свои обращения, требования. Свои требования, свои действия, обращенные туда, этот фактор учитывали. Самое главное, если вот в вопросе земельных проблем, которые сейчас нагнетаются, да, и правильно делаются, нагнетаются. А его можно учесть? А? Этот фактор можно учесть? Конечно. Когда просто твои, получается, протесты используются одной группой против другой? Конечно. Как? Конечно. Ну как? Ну как? Кстати, что вы не делаете в пользу этих, а делаете в пользу нас? Нет, ничего подобного. Поменять. В любом случае, если два тигра дерутся, да, в любом случае есть возможность что-то печень сожрать, понимаешь? Но если другой тигр сидит в тени там где-то или с прикрытой соломой, или это камуфляжной формой. Аллегориями далеко уйдем. Я к тому говорю, что нужно этот фактор учитывать тоже. Самое страшное для федеральной власти или самый такой яркий для них показатель, сигнал действенности общественного протеста какого-то или общественной деятельности, да, это то, как она отзывается на людях, на народе. Вот если следом за Ногайским съездом последуют какие-то другие еще вещи, движение, да, одновременно. Вот мы, допустим, вот я образно говорю, вот мы будем спорить, ругаться, там, подеремся, помиримся, но выработаем вот эту концепцию, которую Нурдин говорит. И эту разработаем и ее выставим. Да? И на нее, как обычно, никто не обратит внимания. Отсюда отправят, Зикрула будет там выписывать кренделя на бумажках, отправлять дальше и так далее. Вот если какая-то часть муниципальных работников наших, какие-то люди в системе государственного управления, там, да, начиная с начальников отделов, министерств, ведомств, которые занимают, участвуют в этих делах. Если какие-то депутаты напишут заявление об отставке, совершенно они далеки от народа. Отставки, скажут, мы не... Никогда не напишут. Да. Я считаю, подожди, я закончу, больше вообще не буду, пойду туда сяду. Я считаю, главная наша задача сегодня, да, мы напишем как надо и качнем тоже, если надо, качнем. Но самая главная задача — сделать так, чтобы мы смогли этих людей заставить это сделать. Качественная качка нужна. Не просто качка. Прежде всего, надо
надуть своих, кто лопнет, лопнет, кто останется, выдержит. Да? Ну, так должно быть. Без этого, без контроля над собственными ресурсами, начиная с улицы, качать тоже этот. Азимович, это непростое дело, во-первых. О, я знаю. Во-вторых, удержать это тяжело, а потом использовать этот результат, это тройное. У нас никто не умеет это делать. Мы еще никогда этого не делали, там, за редким исключением людей, которые сейчас там сидят. Наверху сидят, да. Без этого контроля приступать к реализации какой бы то ни было концепции, я считаю, преждевременным, утопическим и даже контрпродуктивным. А как добиться контроля? Да. А как значит, приходим со слов уважаемого Гамзата, приходим к парадоксальному выводу, что раз закон, законодательство у нас федеральное не соблюдается местной властью, региональной властью, а местная власть пассивна, представители наши пассивны, то ссылаться на тот же земельный кодекс вообще нет смысла? Есть. Вся реализовывать всю вот эту работу по раскачиванию. Нет, я никогда не складываю все яйца в одну корзину. Я не говорю, что этого делать не надо. Это делать надо. И результат, даже если они порвут нас как тузик тряпку во всех судах, и мы этот результат тоже используем внизу, вон там, чтобы людям показать. Да, вот, да. Вы апеллируете к хакимам, апеллируете к закону, апеллируете к государству. Вот как это государство реально к нам относится. Это мы тоже используем. Но собственные усилия, реальный потенциал, мы должны направить вниз вон туда. Один вопрос, Гамза, и один Тавович. Вот я тут записал для себя. Из твоего субъекта. Нет системы. Что ты подразумеваешь под этой системой? Система работы. Контролирующая. Что система. Нужно, чтобы эту систему создать? Что необходимо сделать? Ну, прежде всего, система это и есть система. Да? Она многоуровневая, она многофакторная, много элементов взаимосвязанных. Да. Туда входит и культура, и прочее образование, и экономика, безусловно, и управление там, и так далее, и духовная среда тоже, религиозная смысл. Тоже это все звенья или составные части этой системы, которые мы должны овладеть. Я не говорю, что мы каждым элементом сможем управлять полностью. Но иметь влияние, какие-то горизонтальные связи, нити в каждом элементе этой системы у нас должны быть. Ну, а именно. И следующее. Они у нас есть, в принципе. Они присутствуют. Он действует. Он краеведением занимается молодежь. Ну, довольно эффективно. Прекрасно нравится мне. Фейсбуком и соцсетями занимается. Страшно не хочу, чтобы они куда-то в политику вдавались и так далее. Потому что и там, и здесь ничего не получится. У нас есть на муниципальном уровне люди, которые на местах работают. Тут тот же Нуртин, тот же там Львовский номера. Тоже какой-то актив. Там Доргели, вот общественный, 100 с лишним человек. Весь район контролирует. И так далее. У нас есть несколько авторитетов морального плана, да, которые мы не можем, непререкаемые, да, есть такие, да, люди. У нас есть в системе управления люди, которые нет-нет, иногда какую-то позицию комплементарную занимают. Хотя бы материалы подкидывают, да, где-то хотя бы не боятся прийти, где-то постоять, послушать и так далее, чтобы ассоциироваться, не бояться. У нас все это есть. Вот это все надо сводить в одну управленческую структуру. И самое главное, нужно этой структуре дать идеологию. Надо дать ей низам, да, то, что у нас говорят, порядок, правила. До сих пор мы, Абсалютин, Залимхан, Вайтагай, из тех, кто общественной там деятельностью занимается, мы до сих пор, хотя друг друга уважаем, ценим, любим, до сих пор не можем выработать вот этот алгоритм действий, который позволил бы нам не принимать решения и эффективно действовать.
И все время из-за того, что у нас это, вот этого нету, мы вынуждены скатываемся к взаимным упрекам. Платформы нет. Нет. Это уже нет. Ваши проблемы. Модератор. Ничего подобного, это да? И ваши проблемы нет, тоже. Да. К сожалению, сейчас, да. Сейчас второй вопрос тоже задам. Да. Вопрос тебе. Первично ваш. Вопрос тебе. Вот Нурутин сказал, что у нас нет концептуального плана или концепции, да? Ты согласен с этим? Нет. А? Не согласен? Нет, мы форму все проверили. Нет, я прослушал, пункт армии. Можно два слова, да? Читай. Я руководитель СТК имени Гаджикаева, бывший совхоз Марковский. И в марте месяце мы создали Союз сельхозтоваропроизводителей Дагестана. Спонтанно объединяет 13 предприятий, сельхозпредприятий. Я извиняюсь, а такого не было? Не было. Не было. И меня избрали председателем. Что самое интересное, 13 предприятий, 12 из них аварские. Я один из них, да. В апреле месяце я поехал в Лубяву с корреспондентом, так правда, Тагира там такая есть. Мы поехали, она говорит, давай, говорит, просто поедем. У меня было интервью 7 апреля, за 7 апреля, так правда. Вот. И она говорит, понравилось, давай, говорит, ну будем сотрудничать там, то все, давай поедем в Лубяву. Поехали в Лубяву. Я, честно говоря, был удивлен. Там я обнаружил, ну, по моим подсчетам, около 100-150 теплиц. На 15 гектарах в общей сложности. Наверное, ну, Лубяву, это Карабахинская война. Даже больше. Даже больше. Ну, по-моему, Аблатипов тоже там. Не по-моему, Аблатипов там был. Потом мы поехали, потом он приехал, там интервью, там то-то-то-то-то-то. И он говорит, вот Лубяуле 300 теплиц. Там, и он так все это говорит, и федеральным телеканалам, федеральным средствам массовой информации, как будто это его заслуга. А ситуацию я знаю там примерно, какая там была. Наше предприятие, наш совхоз СПК Гаджикаев, это единственное предприятие, которое добилось признания государственного унитарного предприятия Марковского незаконным. И на месте его образовали наше предприятие. Ну, к сожалению, правоприемником. Ну, столкнулись. Все банкроты, наверное, были. Банкротство. Нет, не через банкротство. Не через банкротство. Признали через суд. Недействительным создание постановления правительства 276. Я к чему говорю, потом по нашему следу они пошли у меня улицы. Они были у меня дома разные 30-40. Ну я им помогал, они там. В общем, так, нормальное отношение. Я к чему говорю, они не смогли. Суды им отказали. В конце концов, они. Калмагалатып, шум подняли, 2200 гектаров, ну, с хвостиком. Самозахватом взяли. Не самозахватом, они вынудили правительство им отдать. Ага. Сельскую администрацию. Гуповские, да? Да, гуповские земли, 2200 гектаров. Они вынудили своим характером, молодцы, красавчики. Вынудили, буквально вырвали в эту государственное предприятие на баланс. Мама Талина племянники в армии, очень тяжело. И эти теплицы... Они построили на этих местах, на этих землях. Осталось у ГУПа 363 гектара. В очень плачевном состоянии. Очень плачевном. Вот сегодня они стараются. Я к чему говорю, эти люди на огромных площадях, огромные теплицы, каждая теплица стандарт 53 метра в длину, 10 в ширину. Они соединены стеклар эти, а раз на заларды елку. Ну, друг с другом, друг с да, другом. Да. Очень красиво. Положено, да. Я даже, честно говоря, я за своих соплеменников очень обрадовался. Там ребята молодые, там мне говорят, мы приехали, я, говорит, работал там, они рассказали, я в Москве работал, там, то-то-то-то-то-то. Все бросил, пришел, здесь работаю. Угу. Вот. К сожалению, фотографии с телефона у меня исчезли уже. Ну, как бы то ни было, я к чему говорю, людям... Это вопреки, я к чему что хочу сказать. В нашей республике нет никакой политики в общем в области сельского хозяйства. Никакой политики. Аграрной. Вот. У нас, я в своем интервью уже это отмечал, так правда, в одном районе МУПы, Хасаюрский район, в одном районе ГУПы, как Каякинский район, в другом районе, как Гунакский район, все раздали. То есть никакой единой сельхозполитики нету. Мы сейчас обсуждаем прикутанные земли, хотя фактически лучшие земли у стационарных предприятий.
это бывших совхозов, колхозов, именно кто на равнине. Там и табасаранцы, там и наши, кумыские, там и Лебенский район. То есть сегодня мы столкнулись с тем, что в нашей республике нет ни одного предприятия, сельхозпредприятия, крупного сельхозпредприятия, ни одного, у которого нет бы, у которого был бы юридический фундамент, нормальный фундамент, оформленный нормальный. Кизлярский агрокомплекс тоже раздолбали, конечно. Все раздолбали. Это предприятие Кизлярский, они создали сверху. Сверху. И сами же ломают. В конце концов, сами же ломают. То есть у нас очень много нормальных работников, нормальных тружеников в каждой национальности. Просто у нас нет единой сельхозполитики. Был лесник министром, лесник был. Сегодня поставили туда вообще Домгуспадинский глава. Тоже впал очень далекий от сельского хозяйства. Я просто вам расскажу, почему мы создали сельхозсоюз. Не абсолютно экспромтом. Просто люди пришли, вот так сели, собрались, начали обсуждать, надоели поборы Минсельхоза. Учредители. Да, учредители. Учредители 13 предприятий, действующих 5, все устали от поборов Минсельхоза. Ну, учредители у вас Минсельхоза выступал? Нет, они сами 13 предприятий, я же говорю, юридические лица. Все юридические лица учредители. Просто люди просто собрались, вот так начали обсуждать. Вот, к примеру, ставка на одну овцематку в Дагестане 100 рублей. Кабардино на Балкарии 262 рубля. Вот. А почему для этого? Для чего это делается? Занижается ставка, как будто увеличивается поголовье. Да, да, да. Тем людям, у которых есть овцы, им дают маленькую сумму, чтобы эту большую сумму сэкономить и направить тем, кто на асфальте. КФХ. Понимаешь, там целая система. То же самое по ставке по племенным хозяйствам. То же самое по другим. В общем, не вашим ортаем, мучает халай. Там вообще ужас. Никакой, тотальная коррупция. Тотальная коррупция. Никакой, абсолютно никакой политики нет в сельском хозяйстве. И застой в сельском хозяйстве они стараются компенсировать. И они прикрываются тем, что топрал-ан без берегойса. Прикутанный хозяйственный берегуйсак, сельский хозяйство Аллаха кет калажахты. Да, это глупость. Вот. И кроме этого, вот это ваше вы заметили, акционирование этих гупов, они говорят, будет эффективный хозяйственник, акционер, тогда, мол, это гуп. Я, ты же у людей это забрал назад. У нас прецедент судебный есть. То есть землю, имущество взяли у людей, их сегодня хотят акционировать. То есть раздать тем людям, у которых... Не взяли, власть забрала их. Власть забрала, их сегодня хотят. Вот такая ситуация. Инфраструктура, дорожная сеть, водная сеть, хорошие поля, поливается. Район, территория близка, близок столице, Махачкале, относительно близок к горным районам. Это большой лакомый кусок по Байтовскому району. В этом отношении. Конечно, я продолжаю вот тему. Да. Вот, скажем так, это информация для размышления. Вернее, вот мое мнение. Карагазали, Кайгент районна, плотность населения более, да, такая большая, чем у нас. И они хорошие труженики. Земли там не хватает. У нас на административной территории 355 тысяч гектаров всего брутто земли. И вы можете не сдавать его. Да, очень достаточно. Вот, чтобы не нарушить даже, вот при том случае, если придадут статус поселениям, этим горным поселениям, которые на нашей административной территории, но если мы сумеем вот какую-то часть вот этой территории, так сказать, земель огромного животноводства забрать наши муниципалитеты сельские, вот у нас тоже получится излишки земли. Вот надо думать вот на перспективу. Это стратегический план. А в излишках я советую пусть кайгенцы там построят, кутаны, давайте их там поселение будет. Нет уже пока там таких земель. А? Для кайгенцев нет уже таких земель пока. Нет, там. Надо добиваться этого. Да. Надо высвободить земли от отгонников, забрать местные муниципалитеты и приглашать кайгенцев. Это этническое такое равновесие там будет соблюдаться относительное, да? И в то же...
Единственное, как они хотят в дальнейшем это делать, как обычно, будет централизация, будет человек, который придет с деньгами, будет это население заставлять на себя работать, они пойдут к нему все подъемщиками. Эта земля будет уже в частных руках. Вот тогда, может быть, что-то и будет. Но это вопрос, можно было бы и так подойти, потому что через латифундии приходят к развитию сельского хозяйства без проблем. Но тут острый вопрос стоит национального этого... Самосохранение, да, совершенно верно. Вот вопрос, как стоит в данном случае. Казахи, вот Казахстан сейчас огромная страна, и она живет не за счет экспорта зерна, она живет за счет значит, своих природных ренты, природных ресурсов. К примеру, я хочу сказать. И когда казахам предъявляли, вот мы вам целину подняли, там космодромы сделали, там, они говорят, нам этого ничего не надо. Мы жили спокойно, пасли здесь скот, мы бы к этому пришли не хуже, чем те же Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. К примеру, я говорю, они сохранили вот национальное. Главное, вот этот момент, ну, для нас те же аварцы, те же даргинцы, все эти отбойники тоже не чужой народ, родственный, в принципе, народ. Но извините меня, дорогие друзья, даже в семье у братьев бывает отдельное хозяйство. Поэтому в данной ситуации мы должны вопрос ставить именно так. Даже не с национальной точки зрения, а чисто с точки зрения выживания как не только этноса, но и национально-территориальных единиц. Следующий момент. Значит, у нас получилось так, что все вопросы смешали в одну кучу. Ну, в принципе, так и должно. Да, но вот хотелось бы про экспансию городов тоже сказать так, да, тезисно. Даже Совет Старейшин и Общественный Совет, они являются просто органами консультативного... Общественного. Ладно, что? Вот, у нас украли 5000 гектаров. Ты вообще хотим, да, друг мой, да, ассоциацию, да, союз. Газеты... Но у тебя СПК, да, у которого нет земли, насколько, да, я понял. У нас имущество есть, насосные станции есть, а земли нету. А землю кто взял? У нас преступным путем взяли землю. Что? Я вам для справки скажу, уже больше полгода я занимаюсь тем, пытаюсь получить реестр арендаторов на отгонных пастбищах. Старший помощник республиканского прокурора, который профильно занимается землями федерального и республиканского собственности, полгода Министерство имущественных отношений не может получить этот реестр. Верховного суда. МВД подавал суд за бездействие. Одни преступники. Страна преступников. Страна преступников. Такое ощущение, что страной захватила организованная преступная культура. Страну на республику, скажешь. Обязанность министра... Я почему говорю, полный беспредел. Краснодар... Смотрите, с 2006 года мы зарегистрированы правопредельником совхозом Артемовским. Десяток решений судов. Мне в последний раз уже в 2016 году, у нас документ, справка, что мы платили земельный налог. Все есть. Справка Росреестра. В 2016 году вносит решение. А вы не можете доказать, что вы правопредельник. Я говорю, вот 5 решений судов, материалов дела, что мы правопредельник. Я не должен доказывать вновь те обстоятельства, которые доказаны предыдущим судом. Глобальный вопрос. Это Красноярский суд. 5000 гектаров, кто пользуется ими? Полный беспредел. Кому продают их? Кто пользуется? Так, уважаемые друзья, этот вопрос частный.